Точно так же я перед тем, как идти к президенту, пошел, переговорил с главным тренером, переговорил с Михайловым. И уже после этого, этих разговоров, я шел к президенту. Договорились так, что мы подписываем новый контракт полгода плюс полгода. То есть, ну, как говорится, все может в моем спортивном возрасте случиться, может все. Поэтому обузой или же каким-то грузом, балластом быть не хочется. Все зависит исключительно от моих возможностей и от того, насколько я буду себя хорошо проявлять. Дело в том, что в период сборов как бы основной акцент идет на подготовку функциональных качеств, и особенно первый этап функциональных качеств и как бы наигрывание технических, тактических комбинаций и взаимодействий в обороне, в атаке. Учитывая то, что команда «Динамо Киев» во всех своих, если можно так сказать, группах, и команда основная, и раньше «Динамо 2», и дубль работают по одной и той же схеме, то все эти взаимодействия приблизительно одинаковы. Для нас очень важно подготовиться функционально, физически, потому что мы готовимся не на одну, а две игры, а мы готовимся на весь период. А период будет у нас достаточно тяжелый. Мы понимаем, что многие игроки наши, которые вернутся после выступления на Евро, приедут в разном состоянии. И кому-то надо будет отдохнуть больше, в зависимости от того, как успешно они будут выступать, кому-то меньше. И для молодых это шанс. Своего рода. На первом этапе их будут больше привлекать. И вот они как раз будут цепляться за эти возможности. А для меня, я не смотрю на с кем я играю, Иванов, Петров, Сидоров. Для меня важно подготовиться для того, чтобы, если доверят место в воротах нет, максимально в лучших кондициях подойти к старту чемпионата Украины и потом, как следствие, к матчам группового этапа Лиги чемпионов.